на Синдру. Что-то у меня это помогало, я вылетаю. Дарт, не отмажешься, у меня хилоспека нет. Скажи, срочно уходить надо. Это тоже нет. У тебя ПВПшно есть. ПВП Элеми на Синдре, ну окей. Сам это слышит. В смысле Элеми? Хиль давай. Я видел, что тебя ПВП хил был. Делорес, у кого они? У моего знакомого Платина. Ну и дурак, что скидки не дождался. Будет скидка, тоже возьми. Плюс 60 рейтинга блокирования щитов. А чё с Неликсом, я не понял. Хрен знает, написал я спать и ушел. Фишка не выспался. Нет. Ладно, ну так справимся, ничего страшного. Да, Мазар, мне тоже интересно, а чё, так можно было? Вообще так нельзя делать. Можно ли в Синдре это уснуть? Или умереть? Да, после ДВ рейда лучше не надо. А чё в ДВ рейде было? А чё, ну это, посмотри по журналу, сколько мы там ГП нахерачим. Это ещё достаточно, что я играю, ты будешь за меня. А у меня спека нет, хилоского полета. Я в роли хила на Синдре буду только АФК. Дайте мне шамана, блять, или полипала, или полипиставить, или буду по хилу. Он ковадов два окна сейчас будет. Все на одном аккаунте. Заходи на моего хиль. Я на шамана не хочу. А, ну ты только что сказал, шамана нет? Да Мозер у нас, слушай, первый раз, хрен знает сколько времени такое вообще произошло, что в основном кое-как собрался. Кто-то только предупреждал, что не будет? А то я что-то... Слава, у меня рестер друид там есть на аккаунте, понимаешь, пора, да? Пора людям раскрыть глаза на правду и на силу рейдов в целка обычно. Ну, меня предупредили вот два человека. Мосс и порешал, что сегодня не будет вечером. А вот где остальные, я не знаю. Я просто конника днем видел, поэтому что-то это... Не видел, чтобы он писал, что вечером не будет. Я понимаю, Мили ко мне подходить подхватил, но эти лорки, можно вам не подходить подхватил? Они танчат, учатся для P6. Я понимаю. Он один на танке. Ну это слабый просто. Это не фартануло, Вась. К успеху шел, да? Да-да-да, абсорб именно отсюда. Абсорб слетел. Давай, подпишись, танчить будут? Кабат, ты серьезно хочешь два окна хуй? Ну если вы будете трэш подводить ко мне, он будет стоять, агрить. Хороший. На пульщика тогда еще возьми. Третье окно. Весь трэш на Лока напуливают, Лок перед этим портал под Кавата поставил, да? Трэш бежит на Лока, Лок портается под Кавата, Кават забирает, Лок танчит. Кто там на пусть зашел? Кават, он заговорит два окна, трэш к нему подвозить, а он будет и танковать их. Смотри, какая тактика. Трэш под портал, портал под Кавата, под портал... Лока, под Лока хила. Короче, все под портал, и все под Лока, и все под Кавата. И тогда нормально. Подкат красной карты с удаления с поля. Блять, меня моб очень хочет. Можно забрать это? Не поддавайся на его провокации. Не агрись, типа. Бля.
не воспримите. Сегодня гайд рассказывал, как кидать копье. Вася, как у тебя усилки, ты говоришь, 5.6 у тебя? Ну вот сейчас за 2 у меня доп. Лечения 6.4. Не, усилки. А господа, конечно. Так что мы сегодня на профане пойдем? Ты что угораешь? Съебал, ты можешь нормально ответить? Почему не пойдем-то? Копье убивают, почему, зачем? Не надо его убивать. У меня человек интересуется, ему ждать профай или нет. Вы видели, Энх захуярил копье? Или кто это был? Да нет, Энх, гоните тут на Энху. Мага, блять, ответь мне. Дарт, это ты был? Нахуя ты захуярил? Да я никого даже не бил. Ты Хекси захуярил, что ли? Тормоза. Ай, ебать, выкады. Короче, это ДВЕЙТ, походу. Ну там даже копье не убивали, нихуя себе. Я украл копье. О, нахилится. А че ты не хочешь на сама не хилить? В чем причина? Кот, а ты тыкни еще на эту сову? Настраивать долго, тотемы вот эти... Во-во-во, да-да-да, вот как шмаратосина. Я в прошлый раз так же угорал. Самый сложный хил, наверное. Кулепал легкий хил. Единичку поставишь, светлый вес и хилишь, топ-1. Топ-1, Эрдру тоже топовый, просто на единичку ставишь обложение. Так там есть рестор-друид у меня на аккаунте. Дарт, тебя спасли. Нюша? Ага. О. Видно, у него появилась совесть. Так, маги. Совесть, то есть ты. Костеры. Ну да. Вопрос, кому-то нужен 277-й плащ сваль? То у меня байер есть. Да бери байер. Я бы взяла, но если есть байер, то давай. Какой плащ? Катер. Мне все равно второй нужен, так что бери байера. Бери байера. Да у кого-то надо на хэпала. Кават будет хэпал топовый. Знакомые все лица, да? Кир. Знакомые все лица. Я про Лока этого. Зомби-собака? Да-да-да, именно. А я что-то не помню, откуда он. Он у нас был? Так что решили, плащ Кавату или Байеру? Я заберу, когда никого не будет. Всё, у меня говорили. Я полипал почти есть. Давайте, сумойте всех. Нихуя, фулл рейд, что ли? Да, нам Байеры вон помогают, охренеть. А Редвар, пожалуйста. Твар, он сказал, что АФК, видишь, там. Сара к нему пришли, что-то это, не срослось. Ну, Сара пришли. Походу, сняла камера на углу, как он закладку делал. Как-то было у меня, может, 2 года назад в рейде, после чего я больше не видел и не слышал этого человека. Долорус, напиши, чтобы дубина летал в портале вместе с 2 шаманами. Я, конечно, полетаю, но если опять начнутся фризы, я стаки потеряю. Если нет, то все будет. Че, его в дис, наверное, надо закинуть, Павла? А вы хотите, закиньте. Войт, можно тебя попросить кое-что? Я сейчас в начале боя прыгну сразу к ней и буду хилить. Там выйдет топ, но он обычно всегда на меня бежит первым делом. Можешь его сразу с меня снять, пожалуйста? Да, блядь, без проблем. Все. Но он говорит, 2 года не летал, он лучше рейд похилит. Ну пусть мага залетает. Там ничего сложного, ебаный стыд. Пускай летает с 2 шаманами. Дискорд он зашел, нет? И хилит шаманов. Будет воровать стаки, уши надеруемо. Я сейчас сам залезу в портал к вам, покажу, как надо летать. Чё за хрень придумали? Он зашёл в Дискорд, нет?
Я скинул ему дис. Вон он в дисе, да. Пугарейди. Кидайте сюда его. Дубина, слышишь меня? Угу. Кастерскую ауру ставь, заходишь в портал с двумя шаманами, будь за мной лет. Чек на пул. Коват, я слева. Только по отчету, пожалуйста. Дубина, кинь частицу на Вальку и через меня похилишь. И меня кого, извини, пожалуйста? Я вот метку на себя поставил, ромб. Каждый Дэл, свой ты портал там прилив продавал, да? Порталы зашли? Время. Да, Кир. В смысле, Вага сказал, что-то прилив нужен кому-то. А, да? Даже так? Ну да. Ну вообще, вот дубина у меня на прилив или на теренаску. В Хисаями нету прилива, Гер. Вот, Хисаями хочет. Хис, ну это же как-то это... Как это называлось-то? Ты в рейде, он не падает, ты же знаешь. Я извиняюсь, я запределся и просрал. Зайдешь в новый, ничего страшного. Зашли, ждем всех. Дубину, подождите, не спешите. Время тикает. До хрена времени. После следующего можно Геру уже давать, мне кажется. Захиливайте просто. Изи. Я излечила. Можно было на прошлом давать. Да, тоже согласна. Квест на Синдру берите. Сука, отойдите, не могу взять.
сейчас опять будет. Пиздец. Осколочек, хорошо. Первый или второй какой? Кольца неплохие. Джунен просто, блядь, летающая сова. Попали в колонну льда, Джунен 3. Квест все взяли? А у Днюши только личные убитые или все какие-то, все боссы кроме личных, ну как там у него? Он не был в Хэмке. Вообще не был ни разу? Да. Надо было его с нуля брать. Да? А он тут появился. Ну что, идем? Тут не все еще. Кирш, ты где застрял? Ан, заходим. Акулов нет, имейте в виду. Пусть тоже, наверное, первый сдохнет. Какие гильдии сейчас Жайна убивают? Перед Синдроном будет голодным. Thank you.
Сейчас бы, кстати, если не купол, трое бы отвалились точно, а гроб было. А чё, прогнал мусоров всем путём? Чё за закладки? Можно рулить или отказывать? Не отказывай. Закладки с Ютоном, да? Да тебя закладка поймает, там, блядь, если закладка, если закладка поймает, смотря сколько там грамм, ребят, и смотря что. Там мусора же сами закладки делают, вы чё? Смотря в какую страну. Там бонус, ребят, там бонус. У меня знакомый следователь, он ловит курьеров, а потом конфискат продает. Неплохо, да? Себя, да? А вы чё тут на Синдре вайпаетесь при покормлении? Только дошли. Ну, я не знаю, как это произошло. Я знаю. Курьеров Яндекс.Еды или Деливери? У тебя было мало хп, я кинул. Курьеров тех самых, которые вот эти вот закладки делают. Значит, Яндекс. Пропал. Все-таки жена на брыгах. Был бы такой аддон, который писал бы, прежде чем вайпануть, что сейчас вот вы обрыгаете. Вась, можно я ты 5 потестю? Справишься, да? Ладно. Ну я обычно Т4 туда взяла. Даже удобнее, потому что одну уже можно в РДД, другую в мире там сделать. Очень удобно. А я говорил. Или не говорил. А я говорил, что с лестницы спущу. Хорош. Говорил. Вот и не обижайся. А я говорил, что протовар топ там. Говорил. Вот ебать, агро набери. Какое агро? Нормально. Ага. Смотрел бриллиантового полицейского? Конечно. Топ. Ну вот. Где он это в конце в грузовик то садится с этим типом? Подрубил музыку так, и там этот ФБР, блять, выруби, давайте говорит, это, музыку. Тему сменим, а то что-то сегодня вечером полицейский. Выруби, говорит, музыку. А то такой, не нравится это шоу, другой канал слушай.
Чего не нашел аудиторию в ДВ рейде, тут решил. Бля. Какая аудитория, ты че? Сука, монитора плевал, блядь. Ну там твои шутки сегодня не оценили, да, тут пробуешь. Да ты че, какие там шутки, там я, блядь, ревел, блядь, глаз не смыкал, за рейдом смотрел, блядь. Не, на леди было классно, мне понравилось. Кучнее, буш. Давайте что-нибудь. Сбегаю побольше вопросов. Так, да, так обычно на осквернение я говорю, кучнее, лужу. Че, курим, обкуриваемся? Кого ты куришь? Мы уже покурили так. 3 минуты перекур. Только мира, покурите и приходите. Т5. Дан, пошли каналом ниже. Five, four, three, two, one. На АФК чек.
246 лок, вот этот байер, это еще куда, зачем он? Да, он раздупляется. Можно пока кикнуть, ему только прилив нужен. Адванс, Редвар, вот тут нет. Сейчас приму звон. А теренаска кому-то нужна? Я бы на друида зашла, полутала. Там два байера. Дубина бафа МП5. Жаль, что байера. Дубина, ты в курсе, что тут делать, что освобожденку стакать нельзя? Все, отлично. Дубина, ракушка. Еще раз чек на пул. А уже? Это дубина к нам в гильдии приезжает. Для еды не хватает. У меня, кстати, тоже нету еды. Поставьте стол, пожалуйста. Будет рыбу, тыкни. Есть, брал. Еще. Вон стоит рыба, где. Стоит уже, да? Сапроты никто не пьет ни на синдре, ни на профи, ни на лече. Блять, я взял на танк уже. До этого. До перекура. Ладно, хрен с вами. Танк хилы можете взять. Можете взять танки хилы и выпить, если очень хочешь. Там магеры все пьют новый урон фласки. Еще раз. Банк поставь. А топовую на СПД можно выпить просто? Ставить? Конечно. А банк может кто-то поставить, нет? Тыкните мобильный банк или там что? Я попробую без сапрота. Еще раз, чек на пул. Вас 5 хилов, и с вами еще вот байер, дубина, хилит, справитесь уж точно. Альтов 4, чего не хватает? Ладно, без сопровода. Он не вин. Ёпта, че вы съёбываетесь, зница? Я засуманил его уже. Главное, чтобы не лагало, а там сопровод не нужен, на самом деле. Точно. Самое главное, чтобы я на лечение застановил. К фиг выпей. А я от кости засыпаюсь. На маунте все сели. Войт, метку поставь сразу. Какую? Ну какую-нибудь. Все? Пусть. Побежали? Бежим на балкон. Ура. Поставил. Какой вопрос убили? У меня аура от огня, от льда поставил. У меня от льда стоит. Все понял. Вопросов нет. Смотрите, чтоб третья аура была, кастерская. Я дал ее. Okay.
После фазы. Жена им котенка, котенок Днюша. Быстрее, БР. Бафы по ним сразу. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Левую глыбу сломайте. Днюша, поднимай санте. Бладласт. А куда вы сейчас выносите? Первая влево, вторая по центру. Сейчас увидишься. Первую просто убиваем, на второй сбрасываем. Мелики бьют вот эту. Остальные уже сбрасывают стаки со второй. Страшно. Мелики разбили. Сбиваем это. Забили на дарта, добиваем босса. Пол тоже дал. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая наконец-то. Милость, опять Г, полная Г. Разбейте глыбы. Глыбы, пожалуйста, разбейте. Конечно, Мозер пытался съебать, но не в сторону танка, надо было все будет. Ой, я сейчас взорву, я сейчас взорву.
квест возьмите. Не очень, Вась. В Т4 покомфортнее. Ну, может, попривычнее тебе. Ну, нормально. Ну, тут и в холике поприкольнее, чем в ДЦ. На ней. Сейчас был в холике или в ДЦ? Не, в ДЦ был. ДЦ? Да неохота спекаться перед личом. В холике проще, видишь, колодец поставил, даже освобожденка колодец хилит стоит. Ну да, кстати. Кстати, да. Урон гасится, пару колодцев кинул в миле. Шторм был, нет? Нет, не было. Я бы сказал. А в ДЦ прикидываешь, 3 щита в секунду ты кидаешь, сколько ты настакаешь. Только кинул, если ты уже пару щитов, пару этих освобожденных словил себе. А, как и у рестер-друида, то же самое. Комнату не запускать, пока весь рейд не подошел к воротам. Кто запустит, ГП получит. Не запустит, там моб еще стоит. Эх, на второй фазе очень много освобожденных, очень много, просто по КД. На профи из шаманов подамажить, кто хочет. Все равно, как вам удобнее. Давайте подамажу, если надо. Хочешь 4 хила? А с дубиной есть, это 6 хил был на Синдре. А. Полин, ты хочешь подамажить? Там боишься. Хорошо, тогда я подамажу. На сегодня... Что, запускай комнату, нет? Да, запускай. Я треню тестю на хосту, чтобы посмотреть, как лужа тикает, но чё-то как-то разницы не вижу. Пога там боешку по... Лужа от хосты не зависит, поле. Зелёная на распух. Зависит немного. Тики часто. Держи, Редвар, наслаждайся. Ну, не знаю. Я у Дизерона спрашивал, он мне сказал, что единственное, от чего она зависит, от СПД. Ну типа, тогда можно спускать, знаешь, типа хосту шаману тут. А эскиз никому не надо? Да, 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 тут добиваться. И весь крит, МП5 крит брать. Типа МП5 снимать, весь крит убивать. Нет, почему? Крит МП5 делаешь, забиваешься в инту частично. И частично в СПД. В инту вообще зачем? Это... Ну, потому что тебе и крит дает, и ману дает. Че бы нет. Ну, если тебе... Тебе же смысл в чем? Смысл твой в чем? В том, чтобы хилить. От лужи. То есть тебе нужно СПД, чтобы хилить. Ну смотри, чтобы тебя хилила лужа, тебе нужно СПД, но чтобы ты мог эту лужу кидать, тебе нужно крита. Логично? Нет, нелогично. Тебе не крита нужно. Выше 60% нет смысла набирать, а как правило сейчас набирает 55 с бафами. Так что МП5 крит тоже действительно нет смысла брать, Дарт Кир. Я вообще не понял. Подожди, он сказал, чтобы кидать лужу, нужен вообще от хоста не зависит. Подожди, чтобы кидать лужу, нужен крит? Откуда ты такое взял? Чтобы да, тебе регенилась манна быстрее. Ну, блин, у нас же манна вся регенится. Она от лужи не регенится. Она не регенится. Почему тут лужа? Потому что чтобы лужу кидать постоянно. Он говорит о том, что типа ты хилишь, и от крита мана регенится. Но еще раз говорю, много крита не нужно, поскольку будет МП5. Тут либо МП5 ты набираешь, либо кир, либо... Крит, ты немножко тоже неправильно говоришь, Кирс. А как в соло захилить? Почитай, я тебе скажу, что я скидываю 300 в инту, и я по мане и сажусь.
в отличие от людей, которые забиваются в крит. Ты говоришь про чистый крит, а мы тебе про инду и СПД. Забито и 150. Я вам про только что сейчас что говорил? Про то, что сокеты в инду. Может, босса убьем? Ладно, все, потом. 57,5% крита. Со своими шаманами, блядь, не до шаманами. Так, Редвара не хилим, да? Тыкните. Договорился. А ты кого сумонишь? Кого надо сумоню? А, понял. Я подумал, почему Кирилл все время по мане садится? Я, кажется, догадался. Блин, если ты не заметила, я тотем вообще только вам ставлю. Сажусь я только на роботе, потому что я оверхилю постоянно. Я про робота и имела в виду, да. Ты как без киллбота 25 человек хилишь рандомно? Ну, вот так. Старый пердун я просто. Здорово. А? Старый пердун привык так хилить. То есть ты сначала выбираешь цель в таргет, а потом ее прохиливаешь? Ну, у меня слева получается от экспёрла весь рейд 25 человек, и я не знаю, я так привык хилить. Не, ну понятно, у меня тоже есть экспёрл стоит, да, и вуду. Я вижу в Эксперле и Вуду, но хилю я через Вуду, а Эксперл у меня чисто для информативности. Ну, я даже не знаю, что такое Вуду. Тубина, Регион есть? Кого? Реги, на божественное вмешательство. Да-да, скажи, кому дать, я дам. Все готовы там сейчас. Танк тебе проанонсит, на кого кинуть. Хорошо, это будет либо Войд, либо Коват. Как скажете. Че, ну давайте еще. Долорус, да? Нет. Да, будем бурсить сразу, Долорс дашь СС перед третьей фазой по дубине. Я уже кинул СС ему, дубине. Поехали. Стопнули. Шестой босс переводим. Серег, нужен? Нет? Пока нет. Пул. А куда РДД становится? Если на тебе зеленый кэмп, ты в треугольнике стоишь. А если оранжевый? Где крест? Альт F4 надо к столу слизни вести. Не вот так вот, как сейчас. Что-то я ничего не чувствую. Что? Ну, проще F4 звать.
40% бьем? Да, бьем. Связня убейте сначала. 1%. Пил, блядь. Сбежали слизнюка все. Вещи. Фаза. Пост переводим. Разбежались. Мне вставать? Да, вставай. Сантей, дашь СС по нему? Дай тиндер, пожалуйста. Я туда были. Подлаз дайте. Сука. Сбегитесь. Я без меркель. Все нормально. Дайте, пожалуйста, пинат. Народ, подними же, наверное. Пельмени. Четыре. Давать на войду? Да. Ясен пояс. Колба. Чек. Девкин пояс. Да вы что? Он существует. Когда девки нет, существует. Колбы нету. Шторм. Да, скрыть, пацаны, не скиньте ему. А в какой я патик? Четвертый. Спасибо. Все, спасибо, спасибо. Если бы ХМ выпал, тогда бы Гена по это поорал. А с профай мы уже все равно давно. Ага. Что? Ну, подразить-то можно. Что, Ваниль? Лич остался? Да. Меня кик или мне с вами на лича? Ну, прилив и теренавка в рейд уходят, так что можешь. Дэш. То есть, ну, если смотри, кто-то есть, то я выйду, если нет, то пройду с вами. Если не нужен, так ливнул. Да ты вообще, блядь, из гильдии ливай, ступай к нам. Да, и ступай сюда. Да не нужен вам протопал. Да нужен. Да нужен ее. У вас он коват топчик. Не, нам холипал нужен. Ты будешь вторым топчиком. У меня холипал твин. Ну вот нормальный твин. У тебя два паладина? Нет, просто спектр. А, это офспект. Ты сказал просто твин. Да вступай, нормально. Нам все нужны, давай. Соглашайся. Давай, Дубин, я за тебя даже заступлюсь. Тебе тут скидку сделаю. Кто это, Радвар? Господи, не, ни за что. Я у тебя... Ты цену до хера берешь. Я тебе ГП не буду давать. Я тебе не про шмот говорю, блядь. РЛ, который ЖП не будет давать. Я первых 5 дней не затуплю специально. Да первых 5 пулов, говорю. Не слушай их, они все равно нагло тебе врут. Особенно Радвар. Да этот в первую очередь. А я-то думаю, мы друзья. Я ее переспросил как-то за цену. У одного вашего один цену нормально договорит. У Редвар на 20 косарей дороже. Нормально. Покупай. По скидке. Так, еще раз. В рейде кому нужен прилив или теренаск на мейн спек, офспек?
пишите в рейд-чат. Не, только на тлена. Чё там, рыбака соберем на арку? 120. Опа, Войд проснулся, а вот хуй. 120 тысяч голды, нормально. Да, бери его. А вместо кого? Там Хисаями. А насчет Теренаски не знаю. Хисаями прилив, хорошо. Теренаска кому? Также в ДД оставаться. Так, ладно, знаешь, себе заберу, хрен с вами. Рабокаста вместо кого кинуть? Не, подожди, Вага, если Теренаска никому не нужна, я могу паладином зайти забрать. Если не нужна. Я слова к ней нужен. Ну, на холле пала. А осколок? Не, осколок нужен. Осколок важнее. Важнее, важнее, важнее. Что там, рыбакаста вместо кого брать? Да, думаю. Какого-то мага? Кому ничего не надо? Я могу выйти там, ну, я не надо. Не с вашей. Странно, что никому не надо, только там ДДшника надо. Я могу выступить, давайте. Пан, уступишь слот? Нет? Да? Да, уступлю. Ирка, прочитал? Смоньте этого мага. Что-то он АФК, что ли? Дайте арку среди спроса. Забирай. А его и нету, он АФК, наверное. А ему когда вешали эту магу вообще нет? Да я его вообще в рейдах нигде не видел. Да он только купить хочет посох, он же написал, он да, плохо играет. Я имею в виду в этом ЦЛК, ему когда вешали. Нет, он не был. Ну я хуй знает, он АФК. Блять, ну он просил ему написать, мне даже писал, ёбаный в рот, что за... Написано одну минуту АФК аддон пишет, не знаю. Может он суммонит? Ну, типа, грузится. Время есть, могу релогнуть? Давай, вернем пару минут. Да, релогайся. Да, да. Ну, чтобы ничего не меньше лагало и все херня. Так, две минуты перекур, пока ждем сказочного мага. Отлично. Сказочного мага.